Привет, друзья! Сегодня будем готовить очень вкусный салат из свекли. Салат необыкновенно вкусный, полезный, витаминный и готовится очень быстро. Оставайтесь со мной, вместе с вами будем готовить. Для начала будем готовить свеклу. Свекла я буду готовить, друзья, в микроволновке. Так получается очень быстро и вкусно. А так можно и варить. Отправляю рукав. Вот два крупных. Видите, какие они у меня крупные. Свеклу. И завязываю. Друзья, плотно завязывала с двух сторон. Теперь возьму зубочистку и в нескольких местах протыкаю. Вот так. И отправляю в микроволновку. Свеклу отправляю в микроволновку, включаю на максимальную мощность и буду готовить на 10 минут. Все, и за 10 минут свекла у меня будет готова. Все. Вот, свекла достала из микроволновки, друзья. Сейчас открываю рукав и покажу, вот какие мягкие стали. Горячая. Вот зубочисткой проверяем, друзья, смотрите. Видите, какая мягкая. За 10 минут и готово. Не надо варить. Варить это долго, наверное, где-то минимум 50, наверное, если не больше минут. А так за 10 минут готовили микроволновки. Даю, пусть остынет хорошо. Видите, и очень вкусно так получается. Для салата нам нужно еще гранат. Здесь у меня один крупный. Нам надо половину. Сейчас я буду делать пополам. Пока как раз вот у меня свекла остынет, я буду чистить зернышки. Вот половина граната нам хватит для салата. Сейчас я быстренько за кадром почищу все. Вот так, половина нам хватит. Посмотрите, какие хорошие зернышки сладкие. Свекла уже остыла, натираем на крупной терке. Друзья, смотрите, даже цвет очень красивый получается. Это как-то не вареная, а запеченная свекла получается, очень вкусная. Все ингредиенты подготовила для салата. Здесь у меня 70 граммов грецкие орехи обжаренные. Обязательно надо обжаривать, друзья. Я порубила вот мелкими кусочками. Гранат я показала, был слишком большой, я взяла половину. Если будет маленький, возьмите целый. Нам нужно один крупный зубчик чеснока. Свекла тоже подготовила, натирала на крупной терке. А для заправки будем добавлять сметана. 2-3 столовые ложки. И нам нужна соль. Начинаем смешивать все ингредиенты. Добавляем зернышки граната. В салате очень вкусно получается, друзья. Грецкие орехи обжаренные сверху. Обязательно надо обжаривать, друзья. Так вкуснее в салате получается. Для аромата добавляем вот один зубчик чеснока. Будем добавлять соль. Соль добавляйте по вкусу. И 2-3 столовые ложки сметаны. И всю эту вкусноту хорошо перемешиваем. Салат у меня уже готов. Я еще сверху украшаю свежим укропом и грецкими орехами жареными. А потом подаю на стол. Друзья, посмотрите поближе, какой вкусный, яркий, полезный салат сегодня готовили вместе с вами. Будем пробовать, сынок? Конечно, будем пробовать. Обожаю этот момент, мамочка. Давай попробуем. Посмотрите, друзья. Вкуснота невероятна, друзья.
необыкновенно вкусно, кисло-сладкое. Скажи, да, полностью с тобой согласен. Когда гранаты под зубами попадаются и лопаются, они же кисленькие, да, а свекла, да, сладенькая, и получается такое кисло-сладкое сочетание. Очень вкусно, друзья, обязательно попробуйте. И орешки тоже вкусные. Да, да, орешки вообще вкуснота внутри. Салат простой, вкусный, полезный. Обязательно попробуйте, жду ваши отзывы. У меня на канале много вкусных рецептов салата. Каждый найдет себе по вкусу. Заходите, посмотрите и кушайте на здоровье. Если что, ссылочка на этот плейлист будет в описании. Спасибо за лайки, за подписки и добрые комментарии. Всем пока-пока. Всем пока.